Йоу-йоу-йоу, всем привет, с вами канал DH Play Games. Продолжаем играть в Dead Space. Первую часть. Блять, скоро ремейк, нахуй, будет уже первая часть. Месяца, по-моему, или через два месяца, как-то так. Так, блять, в прошлой части у нас что-то глюканы здесь начались какие-то. Мы эту бабу видели опять, его, типа девушку или типа того. И хер знает, это была она или не она. По-моему, она, как я знаю, она дохлая, блядь, лежит где-то. Ну хрен знает, возможно и она была. Так, дальше что, куда нам идти надо? Рубаем, пойдем дальше. Тут пиздяков убили. Блядь, она, кстати, нападать будет. Жопой чую. Блядская, сука, пиздец, нахуй. Вот это было неожиданно, кстати. Ну как бы, блядь, чувствовал, но все равно, блядь, пиздец, я охуел. С этой залупи. Я открыла доступ к лифту. Фу. На ровную платформу. Системы, да, безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Да, еще у меня есть штурмовая винтовка. Мне кажется, астероид держит гравизамки. Так, рюкзак у нас переполнен. Астероид, придется их вырубить. Плазменная энергия. Бля, патрона у нас мало, пилы у нас дохуя. Дохуя на здоровье, кстати. Даже дохуя аптечек для здоровья, мне кажется, бля. Потому что я... Вот если бы я играл... Так, куда она говорит, мне надо было? На добычу? Наверное, добычу надо было. Сейчас посмотрим. Далее мы едем. Бля, как у нас... Да, на добычу, все верно. Ёбаный пиздец, это еще что за хуйня? Нахуй, пошли, блядь! А-а-а, нихуя! Не ползи сюда, сука, а кто она? Ну-ка давай. Не ходи. Кто стреляет? А, мелкий пиздюкан. Как будто на даз зашел. Нам сюда, кстати. Но сюда мы не пойдем, пока я не расчищу все. Может, где-то есть сохранение. Там кто-то, кстати, вон забаговался опять. Видите, как его передергивает? Бля, ты кто на? А их двое, кстати. Что за хуйня там внизу дергается? Ха, баги, заебись. Security это наша, блядь, целых два. Один с полом долбится, другой, блядь, хуй знает, что дрочит. Ебаные паразиты. Это что за хуйня? А, кстати, надо куда-то передвинуть, я так полагаю. Так, куда? А, лифт работает. Так, лифт, охуеть. У нас тут есть лифт. Ой, блядь. Пиздюки мелкие, пиздюки, пиздюки, пиздюки. Так, наши любимые патроны. Сохранение опять тут есть. Что еще есть? Так, аптечку надо, давайте использовать аптечку. Отдел переработки. Ага, слушаем чувака. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дону и детям, что я люблю их. Господи. Еще одна. Еще одна. Угу. Понятно. Бля, 35 косарей стоит. Ну, бля, я думаю, он стоит столько. Четвертый уровень. Тогда давайте продадим тогда аптечек, не знаю, средненьких. Думаю, потом находится. Ну, блядь, малый баллон воздуха оставить можно. Бля, оставить ну, батарею так-то тоже ничего так. Плазменная энергия, лезвие, импульсные заряды.
Ну ладно, я вкачаюсь, броню в принципе, да? Че еще на 5 косарей можем продать? Ну, блядь, давай тогда хули делать-то. Продаем тогда что? Да похуй, продаем баллон средний. Все, нахуй, покупаем броню 4 уровня. Смотрите, у нас теперь наебальники шипы будут, чтоб, блядь, поебало давай сразу. Ебало. Смотрите, начинается трансформация, как в Железном Человеке. А, и так у нас шипы какие-то есть на лице. Может, что-то багануло опять? Не, не могло же. Да по-любому не могло. Ой, нихера у нас теперь... Типа, рожки, видите, на маске есть такие прикольненькие, да? Ну да, прикольненько. Во второй части костюмов очень много разных. Третий тоже вроде до хрена. В ремейке что-то должны добавить. Это очень круто, здорово, мне нравится. Все, у нас нет бабок, пошли дальше топать. Так, что у нас теперь по инвентарю осталось? Сколько у нас места? Дохерища. Теперь у нас места дохерища. Патрон нихера. Ну, я думаю, протянем. Давай, засейвимся сразу. Блин, на больше времени трачу не на игру, а на покупку в магазине. Ну, в принципе, как в реальной жизни. Реалистично, это очень прокачано. Очень реалистичная игра. Так, так, тут я вроде все собрал. Где-то тут что-то валялось и не мог собрать. Верстак, кстати, не посмотрел, у нас есть силовые узлы или нету. Силовых узлов целых 2, ребят. Я не понимаю, зачем мы улучшаем 2 раза здоровье. Так, а зачем нам... Стоп. Здоровье, воздух, у нас что, броню прокачиваешь? Ну, типа... У нас есть броня, получается, в магазине покупается. И здесь прокачивает здоровье и воздух. Ладно, срать, прокачиваем импульсную винтовку дальше. Где мы остались? Перезарядку. В перезарядку или в объем идем? Давай-ка пойдем, наверное, в перезарядку. Потому что патрона у нас нихуя нету, блядь, а перезарядка нам бы очень пригодилась. Все, так. Блядь! Сука! Иди нахуй! Пиздюк! На нахуй! На нахуй! Ёб твою мать, я обосрался. Интересно, мне шумодав это сработал в этом моменте или нет? Просто я своей видеокарты этот шум вырубаю. RTX. RTX, там это NVIDIA Broadcast, вот эта вот система, короче, у них. Приложуха. Она шум обрезает, чтобы вы не слышали клацания, там, мышки, там, и вот это все подряд. Вот, блядь, после такого нахуй это пиздец. Должна отрубить половину шумов моих. То есть очень громкие шума она уберет. Ну, вы поняли. А, вот сюда и надо было перетащить все-таки. Мне кажется, если я потащу, мне пиздюк какой-то нападет. Ну-ка, давай. Это что было? Это пиздюк, да, какой-то был? Или это я сломал? Это я сломал или это был враг? Ну, то есть это... Блядь, иди нахуй! Я думал, это ведьма ебучая из Ведьмака, нахуй. Ой, из этого, из Left 4 Dead. Ушлепок, нахуй. Не надо так меня пугать. То не пугают, то пугают. Я чую, сердце нахуй остановится на этой, блядь, игре. Не знаю, как я вторую часть прошел. Наверное, так же. Там что-то там это работает. Тут зарядка ставится, так, значит. Так, а нихера тут есть какие-то шкафчики у них. У инженеров были свои шкафчики.
Но оставляли бабы, конечно, в свободном доступе. Ой, нифига, нашел, сообщение настоящее. Так кто говорит? Даллас, бригадир, второй инженер. В настоящий момент процесс переработки планеты шел, как было запланировано. Хотя мы и потеряли на время контакт с колонией. Угу. Первый срез был доставлен на борт уже через час после раскола планеты. Обработан, очищен и переплавлен. Результаты превзошли самые оптимистичные прогнозы. Обычно любой опрос содержит 35 минералов, 5 окаменелостей, а 60 идет отходы. Но тут мы получили 65 минералов, ё-моё, и 0 окаменелостей. Это составляет 65 тонн руды на каждые 10 тонн породы. Если это была не аномалия, мы вскрыли настоящую сокровищницу. Вы, блядь, могилу себе нахуй, сука, вскрыли, блядь. Ну, кто знал, блядь. Так, блядь, нахуй, бургер готовишь, хуяк, нахуй, и умер, блядь. Я хоть сюда иду, надеюсь, эти двери идут в один отдел? Да. Давай-ка этих пиздюк. Ага, сука. Нет, пизду. Ой, блядь, он сам начал стрелять, нихера раз почему-то он. Я лучше голову им сейчас вырублю, а то сейчас летуны прилетят и мне пизды дадут. Зона невесомости. Оу, это он? Это камень, который они выкупили? Нет, это обелиск? Или нет, это не обелиск? Так, по-моему, что-то здесь должен был сделать. То есть должен что-то сделать. Давай полетаем по стенам. Летим. Здорово. Прикольно, мне нравится эта планета. Ой, эта миссия. Почти много можно полетать. В космосе люблю. Хочу в космос попасть побыстрее. А, бля, забыл, вас же не убить так. Вы же, сука, безголовый, все равно будете прыгать. Я тоже умею безголовый прыгать, тоже безголовый. Я понял, почему он мне стазис сказал брать. Ля-ля-ля-ля, такой, ха-ха, руками. Нет! Блять, иди нахуй. А почему вы не дохнете? Сколько у вас патрон должен потратить? Пошел нахуй. Сам сюда иди. Все? Блять! Сука, откуда? Сука, иди нахуй. Полетели так вот, оп. Давай, где ты? Патроны закончились. Бля, они вблизи такие прикольные. Патронов нет. Берем автомат. Так, дальше вот, у нас миссия. Она что-то нам говорит делать. Так, давай посмотрим на экран. Астероид выпущен. Но, сука, он нихуя не выпущен. Я могу его присосать? Нет, я не могу его присосать. Я что-то должен, сука, с ним сделать. Вот, тут какие-то вертятся в хуйне. Там тоже дверь, куда можно было зайти. А может, эту хуйню надо было... Может, ее остановить надо? Давайте ее застанем. Мы ее застанили. Что дальше? Что должен сделать? Блять, сложная миссия, опять надо думать. Бабки нашли. Так, давай, наверное, надо вот эту хуйню остановить. И вот эту хуйню тоже надо остановить как-то. И он сейчас что-то с ней сделать должен. Какую хуйню я должен остановить первый? Все, закончился стазис, пойдем зарядим его. Сейчас мы будем заряжать, на нас будут ждать друзья. Здорово, чуваки, инженеры мои. А почему инженеры в этой хуйне без скафандров? Им что, не холодно будет, если их в космос выбросить? То есть их есть в космосе ебанет как? Зона невесомости. Астероид выпущен. Что он значит выпущен? Он выпущен. Я его должен закатить обратно или я его должен выпустить, по сути? Так, у нас есть хуйня, которая крутится туда-сюда, вверх-вниз она крутится. Давай я попробую что-нибудь вот в такой позе его остановить. Я что-то остановил. Здесь давай что-нибудь остановим. Смотрим. Останавливается астероид. Астероид почему-то останавливается. Я не понимаю.
Я его раскрутить должен. Кого я должен крутить? Может, давайте посмотрим, что наверху есть? Наверху у нас есть вентиляционная шахта. Тут кровь, значит, сюда кого-то утащили, блядь. Они по потолкам же умеют ползать, да, эти твари? Может быть, я должен... Что я должен сделать с ним? Может, я туда должен влететь? А, там сгорю, если туда полечу. А, смотрите, тут что, прикол такой есть. Блядь, опять стазис закончил. Короче, две штуки останавливаем, и все. Все, нашел второй этот передатчик. Крутилку эту. Здорово. Даже думать не пришлось. Как все просто. Зона гравитации. Зона невесомости. Так, смотрим, давай-ка мы летим наверх. Летим наверх. Замораживаем один, замораживаем второй. Так, смотрим, давай-ка. В это попасть сможем отсюда? Знаю, найти место, откуда можно попасть. Вот воба. Воба. О, батарейку нашел. Так, смотрите. Вот один, вот второй. Смотрим. Полетела хуйня. Полетела хуйня. Я две хуйни заморозил. Что будет дальше? Его должно, по сути, перерубить. Давай посмотрим. Давай тогда, ладно, описание. Уничтожить гравитационный захват. А, их должен уничтожить. А, захват я должен уничтожить. Захват это что у нас? Это они, да? Все. Вот и все, что надо было сделать. Блять. А, я должен остановить, короче, эту пиздюка. И вот так вот его. Все. Захват уничтожен, да? Блять, так я сейчас ебнусь. А нет, я не вы... или ебнусь. А если я сейчас ебнусь? Мне голову разобьет ведь. Так. Все, сейчас астероид должен куда-то мимо улететь. А, смотрим. Установить маяк. Маяк я должен установить, чтобы, наверное, чтобы что? Как я должен маяк установить? А, я должен нажать на кнопку. Или как? А как маяк я должен установить? Блять! Я думал, меня не перерубит. Ай, сейчас нам опять пиздюлей надо получать этих пиздюков. Сейчас там эти пиздюки опять будут. Сейчас мы залутаемся по-быстренькому. Мы теперь богатые. Мы теперь богатые. Залетел на бит как на спаун. B4-3, закупаю скал. Зона невесомости. Я так не могу жить без тебя. Я все думаю о нас. Так. Где они? Где они? Ладно, они охотятся на нас, мы охотимся на них. Давай-давай, сколько их там было? Три, по-моему, штуки. Ла-ла-ла-ла-ла, куда-то побежал тогда. Побежал, как вылез, да, только побежал сразу куда-то. Бежал. Ой-ой, зачем туда кинул эту штуку? Так, где еще два? Еще два пиздюка должны куда-то спускаться. Еще два пиздюка куда-то должны спуститься. Это не он? Я не знаю, где-то два пиздюка еще идут. Я знаю то, что два пиздюка где-то здесь еще карабкаются. Вот я слышу их звуки. А мы вот так сделаем. Они же тоже умеют прыгать, как я. Вот они. Ла-ла-ла-ла. Разлетелся. Нет, он не умер. Этого убили. Второй еще жив. Ах, сучка.
Так, теперь нам надо... Теперь нам надо зарядить стазисную батарею. После стазисной батареи мы идем и останавливаем этот ебучий генератор. Ой, маяк ставим, то есть. Так, а пока мы в процессе этого всего, мы пока залутаемся. Залутаемся, наверное, где-то есть по-любому стазис-модуль. Интересно, вот из него сейчас вот что-то генерируется, да? Вдруг там где-то этот... Что-нибудь, какая-нибудь батарея там вдруг пролетит мимо, знаете? Вот, сейчас бы его схватить тогда в воздухе, было бы неплохо. Мы сейчас где, на потолку? Мы на потолку? Мы на потолке. Ой. Мне казалось, это три чудовища ждут меня у входа. Так, давай, давай, давай. Зона гравитации. Ой, ящик не открыли одним почему-то. Так, быстро зарядили стазис. Сейчас найдем место, куда можно поставить этот маяк. А, куда его можно поставить? Я вот прям прыгнул, прям четенько, прям к маячку вот так вот. Может... Блядь! Ну, сука! Ну, вот это вот не должно было быть. Ладно, не рассчитали. Так, ладно, тут все залутали. Так, все залутано, 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 залупано. Быстренько сейчас, опа-оп. Зона невесомости. Маяк уничтожен. Не регистрирует, регистрирует. Быстренько стазис. Зона гравитации. Зарядили стазис. Едем дальше. Зона невесомости. Давай, давай! Да, блин, так, значит, она, мой стазис не действует на эти херни крутящиеся все-таки, даже когда я, значит, они сами останавливаются. Они сами останавливаются, и в этот момент мы должны запрыгнуть и поставить маячок. Все просто. Все просто. Берем сначала... Зона невесомости. Сказал же, сначала эту херню уничтожаем, потом быстренько ставим стазис на той штуке. Так, и вот так вот простреливаем. Все, уничтожили две вещи, быстренько выходим. Заряжаем свой стазис, чтобы жуки, когда нас нападали, мы их... Зона гравитации. Мы их, это, останавливали. Теперь просто берем, ждем, когда эта херня прокрутится два раза. Прыгаем на этот херан. На эту хертень, все, полетели на эту херотень. Ставим быстренько. Ставь, 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 ставь. Не-не, давай-давай, и быстрее, лети. Да лети, да в смысле, так, а почему мне времени не хватило, кстати, вот этого не понял. Или мне надо какое-то другое место найти, наверное. На какое-то удобное место подобрать, и эта херня будет долго идти до нас. По сути, я попытался по самой середине, где-то посередине, да, наверное, встать лучше. Ладно. Бля, сердце-то покалывать, сука, стало. Стремно стало, хуйня. Стремная хуйня. Все, так, быстренько идем, бежим, бежим. Сейчас червь выползет. Нет, сейчас жуками разберусь, потом подумаю. Нет, не буду с ними разбираться. Давай, пиздюкан, похуй. Блять, один здесь уже. Их всего три. Я долбоёб. Третий. Или их два. Ладно, мне куда-то здесь патроны улетели. Слышу, слышу, слышу. А, здесь он уже. У
Да, пил у него как-то это... Слишком, как это сказать... Как-то убыточно вас убивать пилами. Хотя патроны мне важнее. Так, что-то еще выпадало, я видел. Так, ящик, давай так. Теперь у нас, короче, будет не право на ошибку. А сейчас я возьму и сделаю это. Я просто возьму и сделаю это. Блять, иди случайно! Я случайно полетел. Господи. Я не знаю, какую-то кнопку нажал. Какую-то нажал кнопку, он сам полетел. Залетел на битерный спаун, B4-3, покупаю скаут, еще куча делать, 5-20, сидит на паке, всю зарплату. Моя цена не сна, не запилки, не места. Я пришел, чтобы забрать фит. Зона гравитации. Так, зарядились. Так, у меня животные тут бегают подо мной, я слышу шум. Я не в игре, в смысле в реальной жизни. Так, зона невесомости. Пилы зарядили. Пиздюки, где? Давай разберемся с ними внизу, это реально, когда тут как... Я слышу вас. Я уже понял, как я поставлю маяк. Главное, не допустить ошибку, которую сейчас допустили. Кто он? Да грубись, а сколько... Вы видите, сколько он ударов этот переносит пилы? Видите, сколько он ударов переносит? Ну это серьезно, это нереально. Я его столько раз перерубил, я мог его столько раз отрезать ему конечности. Он почему-то не отрубал. Где третий пиздюк? Где мой десерт? Слышь, вот он где, блядь, вылез нахуй. Что-то он как-то телепортировался, или мне показалось. Да пизду тебе. Залупёныш, блядь. Ай. Сука, ладно. Что там? Что из нее выпало? Деньги? Деньги, все, так, смотрите. Сейчас мы вот так вот. Оп, деньги еще. Все, так, смотрите, вот, ого, вот они делаются. Все, полетели. Ставь. Да ставь. Да ну нахер, я ебал в рот. Ладно, короче, сейчас эту хуйню сделаю, блядь, пизду. Придется вырезать нахуй какой-то момент, что, блядь, растянулось у меня все. Бля, ребят, у меня это получилось. У меня это, ебать, получилось. Смотрите, получилось, оказывается. Оказывается, можно было выйти в зоны. Охуеть, вот это секретс. Охуеть. Охуеть. Охуеть, вот это задание. Охуеть. Оказывается, так и надо было. Блять, ебать, я охуеть. Все было так просто. Так просто было. Офигеть. Офигеть, ребята, все сделал. Блять, это здорово. Это очень круто. Я очень рад. Это, блядь, день сурка ебучий был какой-то, нахуй. Я не знаю.
Я, сука, пытался, сука, сделать все нахуй. Бля, ебать, я умер нахуй несколько раз и заебался, блядь. Я вам эти смерти записал, наверное, записал. Что там в нем было-то, блядь? Я не вижу. Что выпало? Что выпало из этого ящика? Что, ничего из ящика не выпало? Пустой ящик, что ли, меня наебали? Да, бля, пустой ящик, в натуре. Ну что-то же должно было быть. Ладно, я пойду захват возьму сейчас этот. Охуеть, это мелкие пиздюки какие-то. Значит, что с внешней стороны надо уничтожить захват, а дом меня не пустит в космос. Меня просто вытолкнуло. Ну вы видели, короче, меня просто вытолкнули. Из космоса. Думал, я сейчас сдохну. Там, оказывается, можно выходить. Ладно, давай, короче, еще раз попробуем. Оп. Я, кстати, еще в эту штуку видели, да, залетал вот этот. Ой, бля, аккуратно. Сейчас быстренько свалим отсюда. Бля, а что из ящика выпало, мне интересно. Так, раз прокрутилось. Бля, два прокрутилось. Сука, надо как-то встать, чтобы опять вылететь туда. Так, ну-ка, как я это сделал? Не могу понять. Так, два прохода перекрыто. Сейчас будет один поход перекрыт. Вот сюда мы прыгаем и отсюда мы выходим. Если что, нас не убьет, нас просто вытолкает. Да прыгай, прыгай. О, бля, не прыгал. Сука, дебил. Так, быстренько. Оп-оп-оп-оп-оп. Дальше куда нам надо? Так, смотрим, 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 смотрим. Закрыли эту хуйню. Уничтожаем ее, нахуй. А, бля, сейчас же этот, сука, астероид полетит вместе со мной, если я тогда выключу захват. Так, один захват выключили. Это сайт-квест опять? Где еще один? Вот еще один стоит. Сейчас мы вот так вот. Предупреждение. Груз 8772 освобожден от захвата. Все, давай, сваливай. Обученный персонал должен покинуть отсек немедленно. Все, отсек покидаем. Или нет? Что мне сейчас делать-то? Мне стоять ждать? А, мне надо еще запустить его. А меня сейчас не перерубит, я созведу? Тихо. Все, здорово. Я все сделал, оказывается. И оказывается, красавчик. А куда мне теперь идти, чтобы его запустить? Куда мне теперь идти? Понятно. Я сейчас на дне нахожусь или в воздухе? Бля, где дверь? Бля, я что, в воздухе, что ли? Сука, я же спускался вниз. Ага, все, дальше мы бежим обратно. Там вроде это сохранение было. Фу, бля, ну и дрочка нахуй. А мне похуй на тебя, съебись уже, блядь. Сука, ты не страшный, ты уродливый, блядь. Наверх же мне надо теперь. Так, все верно, наверх. А наверх куда? А, наверх туда, где мы и стояли. А стоп, а потом опять на лифт надо переносить, что ли, этот? Походу, да, опять на лифт надо переносить, короче. А, потом обратно переносим этот генератор. Ой-ой, это еще что за хуйня? Этого же не было. Или было? Лети! Перекрутит, что ли? А здесь прекратит гореть? Успел. Никаких пиздюков. Обед будет подан в столовой через 10 минут.
Ой, сейчас говна пожрем, так как пожрем, сейчас похаваем. Ладно, ребята, блядь, давайте, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я продолжу это в следующей части, короче, в следующем эпизоде. В следующем видео, в общем, смотрите, не пропускайте, подписывайтесь. Давайте, всем удачи, всем пока.